Меня зовут Настя. Это видео на конкурс «Откупи ребенку ТВ». Я сделала питомницу для Китинор. Она розовая кошка, которую зовут Мяуси. Здесь написано в анкете ее анкета слов, конечно же. И дальше сейчас прочту про нее. Имя Мяуси, порода розовая кошка. Друзья, Крест и Ру. Ну, мы все знаем, Ру красный. Крест – это питомец Клоудин, а Ру – Рошаль. Друзья, как мы знаем, это Крест и Ру. Я специально подобрала для нее Крест, потому что она тоже кошка. А кошки всегда дружат с кошками. Ну, я не выбрала питомца Тарелей, потому что он, так я думаю, тоже злой, как сама эта Релей. Любимое занятие – петь вместе с Кэти и есть на кастрюле. Быстрый стиль – это уже написано от слов самой Мяуси. Я всегда ношу пантик на голове и всегда такая нарядная. Любимая еда – это курица. Талант или способность говорить как мотор, только не как зомби. Здесь украшено наклейками Дракулаура, Монстер Хай и герб Монстер Хай. Здесь тоже герб Монстер Хай. Здесь Нуар нарисовано. Здесь бусинки. Стразики. Вот одна колоночка. Можно увидеть, здесь вот есть такие стразики. Они просто очень маленькие. Розовые стразики. Еще один стразик. Вот такой вот солнышко или цветочек. Снова бусинка и снова стразики. А сейчас подробно, как я шила этого питомца. Я делала выкройку лап, хвоста, ну, нижних лап и верхних лап. Конечно, тулупа. Тучи там обычно кошки. Просто вот там такой овал, шея и, в общем, голова. Лапки вот так сам. Так. Потом это все сшивала, а все это сделано шарфика розового. Он очень, котик вышел мягенький и очень нежной кожи. Глаза у него вот такие пуговицы со стразами. Носик у нее есть чашечки тоже. Вот черный у нее, котик с нитки, сделан красный. Бантик тоже со стразиком белый. И ожерелье с цветочками. Надеюсь, вам понравилось видео, ставьте лайки и тоже выигрывайте какие-то призы. Желаю всем удачи и думаю, вы тоже какое-то призовое место займете.